Башные стены должны помочь. Удачи тебе, и публика тебя ждет. Бога, спасибо. Одновременно и смеюсь, и плачу, потому что это было ужасно трогательно. И в то же время это было так сложно, эмоционально и технически это мог сделать только Леша Ягудин. И браво ему! Я просто хотел сказать, что этой девушке, которая не пришла на свидание к герою Ягудина, нужно голову лечить. К таким бегут!
Знаете, я просто до глубины души тронута, и мне даже не нужно было здесь прыгать. Я первый раз себя поймала на том, что... Ну, Леша прыгнул, конечно, замечательный тройной тулуп, но настолько он...